категория. И мы увидим попытку установления мирового рекорда именно в этой категории от тяжелоатлета из России. Алексей Ловчев уже чемпион мира этого года, с чем мы его, конечно же, и поздравляем. Но насколько ярко будет это сделано в случае успеха? Зал встречает Алексея. С трудом умещаются диски на штанге. Вот сразу обычно... 16 килограммов ко второй попытке. Леха, на грудь надо точно брать. Стоп! И держи, Леша! Держи! Держи, Леха! Есть мировой рекорд! Я думаю, не скоро кто-то подберется. 264 в историю вписывает себя Алексей Ловчев, потому что... Бит мировой рекорд Риза-Заде. Это огромные килограммы, огромные. Кто следит за тяжелоатлетикой, понимает, что... Браво! Браво, Леха! Красавец! Да, такие килограммы, ну... Думали, что все, рекорд Резаде будет стоять долго. На грудь как легко он взял, там 270 килограммов запас. Просто легче, чем 242 в первой попытке. Просто супер Резаде.